Читрунский филиал теоретического лицея «Горизонт» сейчас является филиалом, но изначально это было первое учебное заведение, которое было открыто Турецкой Республикой на территории Молдовы. В 1993 году открылся лицей изначально здесь, в Гагаузии, в Читрунге. Отметить рост количества учеников. С каждым годом нас становится все больше и больше. В 93 году мы открывали лицей, где было 45 учеников. На сегодняшний день у нас в лицее обучается 225 учеников. Достижением лицея является то, что все ученики нашего лицея 100% сдают экзамены на степень бакалавра, и все наши ученики успешно поступают в высшие учебные заведения на территории и Америки, это Соединенные Штаты и Канада, и всей Европы, это и Австрия, и Венгрия, и Польша, и, конечно, Турция. Учебный процесс осуществляется педагогами высшей квалификации. Мы подбираем педагога на конкурсной основе и выбираем, конечно, лучшего, стараемся, чтобы это был лучший учитель. Все наши учителя участвуют в государственной программе аттестации. У нас работают педагоги с высшей категорией. Коллектив нашего лицея и учеников, и учителей многонациональный. У нас обучаются дети различных национальностей. В этом году у нас нововведение. Мы открываем подготовительный класс для тех, кто дальше будет у нас учиться. Все условия, все, что нужно для подготовительного класса, у нас уже готово. Мы приглашаем каждого из вас, каждого ученика, каждого родителя, в первую очередь, посетить наш лицей и убедиться воочию, что все, о чем мы говорим, так и есть. И мы будем рады каждого ученика в любом классе, начиная с первого и кончая 12-м, принять в свою дружную лицейскую семью. Ждем вас в наших крепких, дружных, красивых, просторных классах.